Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания «Изба вязания», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас мы с вами будем тестировать пряжу «Мальва» производства ПНК имени Кирова. Состав: хлопок вискоза по 50%. Нам нужно провязать на машине образец и посмотреть, как он будет выглядеть и как будет вести себя на вязальной машинке. Машинке мальву вязать легко. Каретка идет практически без усилий. Нитка эластичная и мягкая. Петли ровные. Все просто отлично. Машинке нравится. Очень симпатично смотрится полотно, вязаное из пряжи мальва. Ну, состав отличный. Вискоза хлопок по 50%. Говорит сам за себя. Нитка для вязания идеальная. Слегка эластичная, в меру. Не как резинка тянется, форму держит, но при этом имеет вот такую вот очень хорошую растяжимость. Очень приятная, нежная, легкая, абсолютно невесомая. То есть вот такой фрагмент весит 9 граммов. То есть ничего не весит, легко, воздушно и очень приятно смотрится. Нитка очень приятная, полотно, вот так и хочется связать что-нибудь из него и носить, не снимая. Практически не мнется, но с вискозой это и не удивительно, потому что она не дает, она держит форму, не дает сминаться нашему полотну. Идеальная пряжа для легких летних вещей. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.